Всем привет, и это топ-5 дешевых дек. Итак, я решил, что дешевые доски, это у нас будут доски до 10 тысяч рублей. Потому что, ну, это 50% от цены топовых дорогих досок. Типа Proto или TSI в Москве, например. На пятое место я ставлю Линду, потому что если от 10 тысяч рублей докинуть 500, то вы получаете довольно-таки большую, красивую и удобную доску от Etic Lindu V2. Я на ней некоторое время откатался и могу сказать, что она, блин, удобная. И я ее могу рекомендовать за десяточку. На четвертое место я ставлю доску District HT Series. Она есть 53 и есть 55. И это годные доски. Были, в общем-то, снапы, вот, и стакан гнули, но доска довольно-таки неплохая и удобная. Я вот сегодня на ней покатался, мне понравилось. Но там стираются ребра, но все-таки она стоит 9 тысяч рублей, и это весьма сносная цена за такую доску. Ну и плюс дизайн ничего. На третьем месте располагается Flower Awakening, если я не ошибаюсь, сейчас проверю, потому что... Flower Awakening — это удобная универсальная доска. На ней катаются такие райдеры, Питя Бондарь, все остальные, эти имена сложно вспомнить. Вот. Они есть красивые, в разных цветах. Удобные, в общем-то, доски. Плюс у Flower не самый стандартный дизайн стакана, что тоже вполне себе интересно. А, Петя Бондарь, Влад Самокатчик. Вот, Владу Самокатчику привет. Это видео, это строго мое мнение, сугубо мое мнение, и если ваше чем-то отличается от моего, это нормально, не парьтесь. На втором месте у нас целых 3 доски. Там разделяют 2 доски от Phoenix, такие как Session и Sequel. Почему так? А, ну да, третий еще Blunt Cos. Это получается Street и Park доски. Смысл в чем? Session для более маленьких, Sequel для побольше ребят, Cos просто парковая. Все просто. Cos классная парковая доска за 8 тысяч рублей. Session классная стрит доска для маленьких райдеров примерно за 6,5 тысяч рублей, если я ничего не путаю. Это там Session V3, V2 и так далее. Sequel будет чуть побольше, чем Session, и тоже классная доска. Поехали-ка сюда. Собирался я себе брать Session, но она маловата на самом деле. Если вы небольшой райдер, хотите прочности и веса, например. Phoenix — это сочетание в себе веса, небольшой цены, прочности, ну и, можно сказать, комфорта. Вот, что Sequel, что Session, они удобны для определенных людей. Вот, кто-то может сказать тяжелый, кто-то может сказать контрольный, кто-то может сказать маленький. Это вполне себе нормально. У этих двух досок похожие проблемы с дропами, но в целом они весьма неплохие. И на первом месте у нас доска Urban Art Prima Eva. Как вы знаете, Urban Art делают детали рандомно. Ну, какая-то деталь получилась нормально, какая-то хреново. Бывает, бывает. Я лично сходу могу назвать 3 хорошие детали от Urban Art. Первая — это вилка Urban Art LeBaron. Относительно неплохая вилка. Потом руль Urban Art Patron. И... не туда поехал. И доска Urban Art Prima Eva, которая у нас на первом месте. А почему она на первом месте? Потому что она стоит меньше 10 тысяч рублей. Она...
Она хорошо заходит с четырьмя пегами. Она удобная. Совмещает в себе дизайны некоторых популярных досок. Например, как TSI, и дальше вы сами поняли. Вот, собственно, удобная доска. Также обилие цветов и большой выбор размеров. Кстати, судя по всему, скоро на моем канале на нее будет обзор. Вот, если хочешь обзор на доску Urban Art Primoevo, то прям ставь лайк, и, короче, он будет 100%. Также пишите в комментариях, какую вы бы себе доску взяли до 10 тысяч рублей, либо какая доска у вас сейчас, если она стоит меньше 10 тысяч. Мне будет интересно почитать. На этом, наверное, все, ребята. Повторюсь, если ваше мнение не совпадает с моим, и вы считаете, что какая-то из этих досок говно, я ее назвал в топе лучших дешевых, ну, оставьте свое мнение в комментариях. Быть может, мы еще сделаем вторую часть, ведь до 10 тысяч рублей... До 10 тысяч рублей есть некоторые доски, которые, в принципе, можно выбрать и особо не расстроиться. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился формат. Не забывайте про лайки, подписки и ссылки в описании. Пока!